отдан приказ, и мы держим ряды. Сражение с преступной ордой. Одна у нас правда и долг лишь один. Стоять за Россию стеной. Боец живее! Одна у нас отдельно. Правда и долг лишь один. Стоять за Россию стеной. Угрозой врагу, сатане вопреки, мы все как один поднялись. На тех, кто кромсает страну на куски, да. Выходит охотиться рысь. Есть. На тех, кто кромсает Выдра. Страну Завязывайте. На куски, бегом все на базу. Выходит охотиться рысь. Товарищ генерал. Готовь группу в Душанбе. Вылет сегодня ночью. Боевой? Да. Иди к полковнику Бессонову, он тебе подробности объяснит. Есть. Давай. Разрешите? Заходи, Иван Родионович. Здравствуй, присаживайся. Знакомься, майор Мирзоев, Фарух Хабирович. Иван. Прибыл к нам от самого генерала Визирова. Капитан Ракитин, позывной 8-й, предается вам для проведения совместной операции. Капитан, вот здесь, по нашим данным, находится база Амирхана. Кстати, вот он. А что за птица? Амирхан. Личный порученец мулы Ахтара Мухаммеда Османи. Османи с Бен Ладеном связан. Вот эта птица, как ты говоришь, капитан, нам очень важна. Понял. Доставим в лучшем виде. Разрешите идти? Хорошо, иди. А я помогу. Готовь группу. Есть. Атака! Атака! Зачистку закончили. Добро. Где Амирхан? Амирхана нашли в палатке убитым. Рядом спутниковый телефон. Думаю, успел вызвать кого-то. Твою мать. Корней, вызывай вертолет. Группа, уходим! Ну что, Фарух, облажались мы с тобой. Птичка убита. Амирхан, ох, на все воля Аллаха. Понял. Командир, вертушка будет через 3 минуты. Хорошо. Ну что, командир, устроим прощальный фейерверк, а? Давай. Thank you.
Что происходит? Что это такое? Живые все? Да. Извините, вы командир. Я. А звание какое? Майор. Товарищ майор, вы должны проводить меня в дом. Девушка, мы сейчас отсюда должны как можно быстрее уходить. Но мы не можем уйти. Почему? У меня там весь видеоматериал. Я такого задания не получал. Прошу вас. Да я никуда не пойду! Ну, пожалуйста. Ну, мне очень нужен этот видеоматериал. Ну, пожалуйста. Быстро. Бегом, бегом, бегом! Я возьму. Бегом. За вас заплатили выкуп. Вам было страшно, когда вас похитили? Ваше самочувствие после освобождения. Какое садись вам оказали власти? Скажите, в каких условиях вас держали в заложниках? Мы можем Стоп. Рассчитывать на эксклюзивный интервью? Это правда, что вам удалось спасти видеоматериалы? Уважаемые коллеги, буквально через некоторое время состоится пресс-конференция в конференц-зале аэропорта. И вы сможете задать все свои вопросы. А пока, пожалуйста, разрешите нам получить свой багаж. Привет, мой родной, мой хороший. Как я соскучилась по тебе. Опять в своей командировке пропадал, да? Мам, ну не пропал же. Не пропал. Это дядя Ваня. Боец, ты мой где? Оп-оп-оп. Привет. Здорово. Как сам? Хорошо. Отлично. Дядя Ваня. А я? Куда ты ездил? Знаешь, дорогой, не твое это дело. Слишком ты любопытный для своих лет. Значит так, вот тебе торт для сестренок, вот тебе лично новый солдат. Чеши на кухню. Беги. Остальное позже отдам. Ура, подарки! Фух. Ну, наконец-то. А где принцесса-то? Девчонки. Дядя опа, Ваня! Опа, опа. Привет! Привет! Мы Привет. Очень соскучились. Ну, рассказывайте. С матерью ругались? Нет. Хорошо себя да. вели? Да. Тогда пойдем на кухню, чай пить. Пойдем. Ура! Ну что, сестренка, как дети? Справляешься? Ой, Ванечка, тебе своих детей пора заводить. Пора. Ну, не от кого. Что-то ты очень какой-то грустный. Ой, смотри. Твою показывают. Ну, какая она моя, Наташ? Сколько времени прошло? Сколько лет? Ой, и правда. 16. 17. А ты ее до сих пор любишь? Настя. От всех нас, от наших слаженных действий зависит благополучие и безопасность граждан, особенно детей. Мы красные кавалеристы и про нас. Пом-пом-пом, под рассказ.
Мама дорогая. А ты это зачем? Скучно. А ты кто? Ангел я. На перекур спустился. Вспомнил, что сигареты в раю оставил. У вас сигаретки не будет, девушка, нет? Сейчас принесу. Я не курю. А что ты делаешь? Ну, много чего делаю. На данный момент чайку бы попил с удовольствием. Есть чай? Угости. Меня Инга зовут. Иван. Слушай, а пойдем в ночной клуб, а? Куда? Здесь недалеко, там можно и поесть, и выпить. Я за рулем вообще-то. Ну, машину здесь оставишь, завтра заберешь. М? Ну, пойдем. Ну, пойдем. Угу. Я переоденусь. Извини. Угу. А на инструменте как, сама музицируешь? Или родители играют? Нет, родители. А ты что, тоже играешь? Да я уже лет 20 к инструменту не подходил. Ты знаешь, неплохо. А почему бросил? Надоело? Жизнь так сложилась. Родители мои очень хотели, чтобы из мальчика получился музыкант. А я эти гаммы ненавидел. Душа приключений жаждала. Ну, родители рукой махнули. А потом я влюбился в девочку-солистку из школьного ансамбля. Ну и посчитал, что могу быть достойным ее только в том случае, если буду находиться рядом с ней на сцене. Играть бросил, петь начал. И что, оказался? Ну, а как же? Был лучшим школьным клавишником. Мама мною гордилась. А ты упрямый. Есть такое дело. Ну и как? Покорил девочку? Да, покорил. Через много лет. Она твоя жена? Нет. Роман у нас был. Бурный. Как взрыв.
Пойдем. Знакомьтесь, это Иван. Очень приятно. Иван. Хай, Элис. Очень приятно. Черт, мне одного цента нет. Я схожу, закажу. Что тебе взять? Лонг-лонг, а, пожалуйста. И он уходит. Инга, а что это за перец? Я же сказала, Иваном зовут. Мы с ним час назад познакомились. О, господи, ну что вы ржете? Он хороший. Можно сказать, настоящий ангел. Неужели? Ой, Джонни, садись к нам. Салют! Инга, пойдем. Ты что, не понял? Вали отсюда. Я же сказала, между нами все. Эй, парень, ты бы не грубил здесь? Ну и черт с тобой. Ой-ой-ой. А? Привет. Хай. Как дела? Давай сюда. Ну, отдыхайте. Спасибо. Спасибо, братан. Увидимся. А? Армагеддон будет завтра. Инга, то, что у тебя в руке, мне не нравится. Да ладно, давай. Без паники. Папочка. Не наводи кипиш, дядя. Инга, решай, либо ты с нами, либо будешь слушать этого лоха. Я тебе сейчас эти колеса знаешь куда засуну? Ну. А мне все равно, через какую дверь кайф ходит. Ясно? Иван, не надо. Ну. Сдохните вы от своей свободы, дураки. Ой-ой-ой-ой-ой. Пошли отсюда. Иди давай, иди отсюда. Давай, давай. Давай! Полетели! Двадцать второй. У меня драка во дворе. Вызывай милицию. Джонни, ты меня не бойся. Солдат ребенка не обидит. Инга, твоя девушка? Да. Но так следи за ней внимательно.
Она сегодня из окна чуть не сиганула. А мне с ней нянчиться не по возрасту. Давай. Я ж тебе объяснял, это паркур. Чего? Но не по крышам прыгаю. Вот молодежь. Обкурится и прыгаю. А, не рассчитала, наверное. Ну что-то прямо из этапа и выпукало, что ли? Сама видела. Что тут скажешь? Красивая. А сколько ей? Близняя? 18 лет. Кошмар, что творится, а? Инга. Инга. Родителям сообщили? Не знаю. Я не буду. Тут неподалеку кафешка есть. Пойдем посидим. Ненавижу. Это кого это? Да всех, кто виноват в смерти Инги. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне яичницу, пожалуйста. А молодой человек? Коньячку, наверное. Хорошо. Виноваты, по-моему, родители. И праздный образ жизни. Праздный? Да что ты вообще знаешь о ней? Инга была талантливая. Да, ты прав, я ее совсем не знал. Но таблеточки-то в нее никто не запихивал насильно, по-моему, а? Да она каждый раз, когда встречалась с этими уродами, глотала эту гадость. А, вот видишь. Но ведь она же не сама подсела на эти колеса. Ей кто-то посоветовал. Видела там одного вертлявого? Глюкоген. М? Глюкоген, говорю. Я с него и начну. Не советовал бы я тебе этого делать, Джонни. Ох, не советовал бы. Нет. Я этому вертепу устрою веселую жизнь. Но я оторву тебе башку в два счета. А ты все в своих мышцах измеряешь? Голова тебе на что? Пожалуйста, ваша яичница. Как говорил один мудрый гуру, приятного аппетита. Если кликнуть правильно, то демон станет хуже вандала. Чего? А, ладно, расслабься, Ламер. Я имел в виду, что настанет веселая жизнь к компам. А ты шаришь? Разбираешься? Шаришь? Я Джонни Крэш. Компьютер – моя жизнь, а сеть – философия жизни. А базу НАТО вскроешь, если надо будет? Базу НАТО? Да. Вскроем, если надо будет. Так ты, выходит, хакер. А вот этого я тебе не говорил. Ну, это понятное дело. Дашь телефончик, Джонни? Вдруг понадобишься. Не дам. Я тебе дам свое мыло. Если понадоблюсь, черкани.
справишься? Справлюсь. Подписываться буду 8-й. Хорошо. Запомнишь? 8-й. Запомню. Девочка моя. Алло. Что же ты наделала? Кто? Ну хорошо. Закажите пропуск. Ты куда-то собрался? Да. В прошлое. Ах, Инга, Инга. Что ты наделала? Подождите, пожалуйста. Хорошо. Можно? Проходите, пожалуйста. Спасибо. Привет. Привет. Это вроде не твой кабинет. Почему такая конспирация? Ваня, мне угрожают. Ну, в политике это дело обычное, не мне тебе об этом рассказывать. А ты все шутишь. Объясни, чем я, простой гражданин, могу помочь тебе, депутату Госдумы? Да еще и после 17 лет разлуки. Ракитину мне похитили детей. Вита, я очень тебе сочувствую, но нужно срочно бежать в органы и писать… Я не могу. Почему? Запретили, я не знаю, кому верить. Но ты что, хочешь сказать, что и всей России я у тебя один на доверии остался? Иван, перестань ерничать. Я не ерничаю, я… Ванечка, пожалуйста, спаси моих детей. Я умоляю тебя, пожалуйста, спаси. Вита, ты обратилась не скажи, по адресу. Вита, я прошу тебя. Я очень тебя прошу. Спасибо, конечно, но в данном случае я ничего не могу сделать, понимаешь? Ванечка, это твои дети. Ванечка, это твои дети. Совсем. Ты чего молчала? Да, большие совсем. Папа. Чего папа? Он делал из меня политика. Ты не вписывался. Я не вписывался. Простите меня. Как похитители с тобой связываются? Они сами мне звонят. Когда пропали дети? Вчера они пришли из института. Так. По порядку. Вита, слушай меня внимательно. Хорошо. Первое, что ты должна сделать. Настаивай, требуй у похитителей встречи с детьми. А если они… Они пойдут тебе навстречу, не сомневайся. Мне только это и нужно, а нужно мне сейчас время. Как они с тобой связываются? По какому телефону? По мобильному. Дай мне номер. На. Спасибо. Так, а вот это тебе. А как же ты? У меня второй есть. Вита, как только ты договоришься с похитителями, ты немедленно поставишь меня в известность о месте, о времени встречи. Что, где, когда, я все должен знать. Ты поняла меня? Да, поняла. Очень хорошо. Ваня. Да. Спаси детей. Вита, я… Ну, пожалуйста. Я постараюсь.
Да. Алло, Рита. Да. Здравствуйте. Ракитин, узнали? А, здравствуйте, Иван. Мне нужна информация о российском наркотрафике. Поможете? Попробую. Спасибо. Помнишь, ты для шефа готовил убойный материал по наркодельцам? То есть как это не прошел? Ну, он хотя бы не уничтожен. А, у шефа еще круче есть? Ничего себе, спасибо. Привет. Да, Николай Петрович, документы привезли. Угу. В пятницу обещали подписать. Угу. Хорошо. Все, всего доброго. Маринус, зай, пожалуйста, ну найди для меня окошко. Рит, я тебе уже, по-моему, сказала, что шеф занят. Он готовится к конференции. Какой конференции? А вот именно это тебя и не касается. Ну, Маринус, ну, пожалуйста, ну я очень тебя прошу, помоги. Ладно, черт с тобой, но учти, если он меня выгонит. С меня мартини. Лучше коньяк. Привет, восьмой. Говори, куда ехать. На промежуточные встречи времени нет. Ну что? Ну иди. Спасибо. Ты про коньячок не забудь. Здравствуйте, Петр Емельянович. Ну, героиня, и что за спешка? Я прошу разрешения на контакт с майором Ракитиным. Это который твой спаситель? Да. Хм. Ну, зачем же на это мое благословение? Ну, там необходимо помочь в одном расследовании. Вот как? Ему требуется поддержка прессы. Ну, удивило. Ладно, Риточка, контактируй. Может быть, действительно горячий материальчик вытащишь? Спасибо, Петр Емельянович. Только без самодеятельности. Есть. Это и есть... Типичная берлога хакера? Ага, она самая. Прям как в кино. Это точно. Садись. Ну что, рассказывай, что стряслось? Я, Джонни, сегодня вроде как отцом стал. Поздравляю. Спасибо. Ну, когда что успел? Ты же вроде холостой был. Я холостым и остался. А дети все равно появились. Дети. Угу, двое. Мальчик и девочка. Они близнецы, обоим по 17 лет. Круто. И ты об этом пришел рассказать мне. Нет. Я о помощи пришел просить. Их похитили. Поможешь? И что же мы можем сделать? Вот. Телефон их матери. Возьми под контроль. Окей. А ты можешь по номеру определить, откуда звонили? No problem. Ты только садись, отдыхай, партнер. Здесь как на рыбалке, нужно набраться терпения. Бери, дарю. А зачем это мне?
Да это не простая флешка. Это мой эксклюзив. Дай. Колпачок снимаешь? Флешка начинает искать выход в интернет, причем неважно, платный, бесплатный. Вот. А потом начинает пиликать. Мол, вот она, я здесь. Держи. Погоди, ты что хочешь сказать? Ты всегда можешь определить местонахождение хозяина флешки? Да. Ты бери, бери. Если самому не пригодится, дочке отдашь. У меня с такими две подружки ходят. Причем даже не подозревают, что она у них. Нужная вещь в общении с противоположным полом. Ну ты киберволшебник. Ой, а то. Кофе где у тебя готовят? Кухня там. Спасибо. Петр Емельянович. Маришечка, через 10 минут вернусь. О, стой, Сереж, ты мне нужен очень. Привет. Слушай, нужно сейчас буквально минутки на три отвлечь нашу доблестную Мариночку. А может, не надо? Надо. Очень надо. Ну, пожалуйста. Ой, ну пойдем. Разве тебе откажешь? Ну, Сереж. Да, Николай Федорович, документы уже у меня. Ну, давай. Ну, ты вообще. Всего доброго. Мариночка, Мариночка, приветствую вас, солнце мое. Ну, как у нас там дело с моей статьей? Ваша статья сдана. Марин, Чай, ручку забыла. Его нету, его нету. Да я ручку забыла. Его нету. Да, нету его. Ой, бога ради, простите. Что вы сделали? Я не хотел. Вы что, это не нарочно. Извините, это так не очень получается. Вот так. Да кладите. Ай! Все в порядке. Я поставил все. Все да, хорошо. Да, вы поставили. Ну, аккуратней просто вы ж. Ну, бога ради, простите. Дождь меня, пань. Мариночка, Мариночка, простите. Все, я потом зайду, хорошо? Про коньяк не забудь. Дурочка неразумная. Ого! Ничего себе! Виолетта Геннадьевна, мы подумали над вашим требованием. Зацепил? И мы готовы пойти навстречу. Хитрый телефончик попался. Приезжайте в каком смысле? Через 2 часа на Бережковскую набережную. А он сразу через несколько ретрансляторов работает. На пешеходном мосту. Невозможно определить местонахождение. Вас будут ждать. Так что получается, упустил? Шариками? Нет, я этого не говорил. Я его веду. Релакс. Джонни, ты оставайся здесь, а я на Бережковскую набережную. Окей, восьмой. На, держи. Что это? Это цифровая видеокамера. Кстати, доработанная мной. Я тоже хочу все видеть. Тебе это шоу, что ли? А тебе что, жалко? Алло, Иван. Алло, Мирзоев? Да. Здравствуй, Петя, дорогой. У меня прокол. Одна девочка залезла туда, куда не следует. Сильно не следует? Очень сильно. Кардинально. Рита, что-нибудь удалось узнать? Не то слово. Другого выхода нет. Высылаю тебе ее фото и данные. Хорошо. Где она сейчас? Пока здесь. Высылаю людей. Хорошо. Мы можем детали обсудить при личной встрече? Да, конечно. Угу. Давайте минут через 20 в Европейском, хорошо? Хорошо. Thank you.
Где здесь туалет? Он там. Там. Мужики, вы что, напились, что ли? Тебя кто прислал, сучка? Что? Прислал тебя кто? Мерза приказал. Имя, фамилия? Барух Мерзаев. Адрес? Не знаю. Клянусь Аллахом, не знаю. Пить вредно. Ребята, там мужики какие-то лежат, пьяные, наверное. Разберитесь с ними, что. А вот и я. Привет. Здравствуйте. Здрасте. Я вас слушаю. Минералки, пожалуйста. Хорошо. Что это у тебя? Реквизит. Какой еще реквизит? А это у нас что? На, пожалуйста. Я сам. Итак? Это распечатка беседы некоего Фаруха с неким журналистом. Мерза просит вывести его на Госдуму и обещает большие деньги. Я понял. Как удалось? Почитай на досуге. Там много чего интересного. Рита, где это взяла? В сейфе у своего шефа. Что? Правда, он сейчас просит меня явиться к нему в кабинет через секретаря. Ни в коем случае. Рит, тебе перекантоваться есть где? Ну так, временно. Ну, да, у подруги. Это хорошо. Вот, держи. Сотовый телефон тебе не нужен. 2 дня на улицу не выходи. Совсем. Хорошо? Ну, хорошо. Рит, хорошо? Хорошо. Я тебя очень прошу, береги себя. Вас просили посмотреть вот туда. Это 8-й. Привет, 8-й. Камера работает. Ага. Джонни. Тебе видно? Так, ты теперь чуть правее поверни. Нормально? Отлично! Я номера засек. Номер не определен. Привет. Ну что? Аня. Они обманули меня. Вита, ты же видела детей? Да. Успокойся. На противоположном берегу реки в Газели. Я знаю. Когда позвонят, соглашайся на все условия. Ракитин, ты сможешь что-нибудь сделать? Я попробую. Я прошу тебя. Держи себя в руках. Это Джонни. Я зацепил телефон, из камеры записал машину. С номерами разберусь позже. Джонни, куда они едут? Он двигается по 3-му кольцу к Волгоградскому проспекту. Понял. Да. Виолетта Геннадьевна, вас посторонние не слышат? Нет. Очень хорошо. Как видите, дети в полном порядке. Как мы и обещали. Да. Не надо так расстраиваться. Послезавтра вечером они будут дома. Если вы, конечно, не забыли о нашей просьбе. Ведь мы не забыли. Я не забыла. Очень хорошо. Ты
Восьмой. Объект прибыл на место. Ты их видишь? Я их слушаю. Объект заказал пиццу. Доставка будет через 40 минут. Вы не 68-ю квартиру пиццу привезли? 68-ю. Отлично. А что? Сколько мы вам должны? 1500. Полторы. Я две дам. Окей. Сюрприз хочу сделать. Ага. Сам отнесу. Угу. Спасибо. Угу. Здравствуйте. Пиццу заказывали? А чё 3, а не 6? Ну, извини, родной, так жизнь сложилась. Здравствуйте, детишки. Значит так, зовут меня Иван Родионович, и я здесь от вашей мамы. Фу, все понятно. А вас действительно мама прислала? Действительно. Сейчас встаем и уходим отсюда. Из машины позвоните маме. Окей? Встаем, встаем, встаем. Паш, пойдем. Встаем, пошли. Иван Родионович, это вы всех их убили? Нет, только одного. Пошли быстрее. Пойдем. Свезу. Иван Родионович, ау. А вы точно от мамы? Конечно, точно. Здесь остановите, пожалуйста. Пожалуйста. И что дальше? Неужели ты способна нажать на спусковой крючок? Способна. Понятно. Я сейчас медленно достану из нагрудного кармана сотовый телефон. И позвоню вашей маме. Алло, Вита. Это я. Пообщайся с детьми. Алло. Мам. Мама. Мамочка. Мамочка! Да, да, все хорошо! Да, сейчас, сейчас будем дома. Я, спасибо, я Паша. Я тебя люблю, мамочка. Тихо, Катенька, тихо, все хорошо. Чудо, а не дети. Успокойся. Все, мои хорошо. Маленький, маленький, мы все. Мам, все, все, мам, все хорошо. Все, мои хорошие, все, все хорошо.
Ракетин, спасибо тебе. Не для тебя старался. Ты мне смысл жизни вернул. Пойдем. Не-не, давай потом. Через пару дней. Я завтра их на Мальту отправляю утренним рейсом. Надолго? На полгода. Пойдем. Значит, я завтра в аэропорт приеду. Боишься? Да. Пока. Дети, давайте скорее, мы на самолет опаздываем. Мам, я вообще никуда не хочу. Я знаю. Все, Катюх, давай быстрее, ехать пора. Все, мам, мы уже идем. Вы наш папа. Нам мама все сказала. Спасибо вам. Иван Родионович. Да? Я готов вами гордиться, но полюбить пока не могу. А попроще нельзя? Дайте нам время. Я понимаю. О! Ваш рейс. Уважаемый пассажир, начинается регистрация на рейс номер 577 Москва Мальта. Паша, вот возьми подарок. Зачем мне флешка? Это не просто флешка. Если колпачок снять, она через интернет сигналить начинает. Я буду знать, где вы находитесь. Мне так спокойнее. Все понял? Ну и хорошо. Спасибо, пап. Пока. Мамочка, я люблю тебя. Мамочка. Будь умница. Не переживай, все будет хорошо. Береги сестру. Хорошо. Не переживай. Пока. Ну, пока. Может, все-таки через вип-зал? Так безопаснее. Вита, ни к чему все это. Пока, мамуль! Ладно, пойдем. Давай кофе выпьем. Пойдем. Скоро посадка. Ну хорошо, родной. Как только приземлитесь, позвони. Целую, целую, мой хороший. Пока. Ну давай, рассказывай. Ну что про меня рассказывать? Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Биография моя прямая, как ствол. Давай сначала ты поделись. А что ты хочешь узнать? Зачем бросила, если любила? Зачем детей скрыла? Я говорила. Твой отец виноват. Твое-то сердце где было? Дура я была. Думала, жизнь – это успех. А оказалось… Что оказалось? Оказалось. А? Мексиканские страсти. Отец разлучает двух любящих людей. Она слушается и следует строгим правилам семьи. Позже понимает, что беременна. Она рожает двух чудесных близнецов и очень страдает от того, что она не может поделиться этой радостью с их папой. Умоляет отца разрешить ей сообщить любимому о детях. Тот предупреждает ее, если она будет упрямиться, то ее любимый случайно погибнет. Она смиряется. И постепенно боль притупляется. Совсем? Не знаю, мать, столько лет прошло. 17 лет. Я считал. Да, 17. Когда отец умер, чего не нашла-то?
Ты же депутат, вы у нас всемогущий, я послала бы запрос. Зачем, папа? Все было записано, все. Где ты живешь, где служишь. У него в бумагах нашла. А почему не позвала? А как ты себе это представляешь? Любимый, здравствуй, вот твои дети. Знаешь, сколько раз я хотела так... так и сделать. Сколько? Много. Вита, ты мне так и не рассказала, чего хотят похитители. Я не знаю. Ты не знаешь. Я тоже не знаю этого. Самолет улетел. Пойдем. Да, Ванечка. Ну, конечно, как только приземляться, я тебя сразу наберу. Давай, целую. Да. Я не поняла. Да. Что случилось? Их похитили, звони Ракитину. Алло. Они мне звонили. Ваня, слушай. Мне с ней поговорить нельзя. Надо. Господи, допустите же вы его! Ну почему? Ну вот объясни мне, ну почему меня никто никогда не слушает? Ну да, просила, ну пожалуйста, ну почему? Почему нельзя было идти через вип-зал? Ну объясни, ну ты же чекист, у тебя должно быть какое-то чутье. Я просила! Я не убью их, Ваня! Кто они? Да какая разница, понимаешь? Они убьют моих детей! Наших детей. Господи, какая разница? Господи, как ты мне надоел? Как ты мне надоел? Ну почему? Почему ты никогда ничего не мог? Ты же тогда мог просто забрать меня у папы, правда? Взять у меня у отца и увезти куда-нибудь, но ты ничего не сделал. Ты меня просто кинул. Ты же герой. Тебе нужно было в твои джунгли, в твои леса. Ты же герой. Тебе нужно было спасать всех от твоих террористов. Это кто? А? Ну, глянь. Я не помню, к папе все время кто-то приходил. К папе все время приходили какие-то шишки из Таджикистана. Откуда ты еще? Это Мирзоев. Это какой-то Мирзоев. А, Мирзоев. Действительно, серьезно все. Так, прекращаем истерику. Ну-ка, давай. Расскажи мне все. Все, о чем раньше молчала. Давай. Ваня, я тебе все сказала. Я все сказала. Все? Все. Да. Ваня, что ты хочешь знать? Какие у них требования? Деньги? Прикрытие? Или пролоббировать что-нибудь? Они хотят принять закон о легких наркотиках. Он находится на рассмотрении в комитете. Я должна принять этот закон. Это что, в твоих силах, что ли? Да.
Так сделай это. Ваня, я не буду. Я не хочу каждый вечер проверять у своих детей, сколоты у них руки или нет. Я не буду этого делать. Я не хочу и не буду. Да. Все, я понял. Я найду детей. Ваня, спаси их. Джонни, я тебя жду. Записывай адрес. Первый, ты на месте? Снайпера не бегай, все равно помрешь. Только уставший. Эй, красавец! Лежи смирно, гаденыш. Застрелю в секунду. Кто меня заказал, а? Баба. Что за баба, я знаю? Сейчас. Фотографии. Давай, есть. Доставай. Сейчас. Сейчас. Вот. Джонни, ты что, дурачок, что ли? Я ж тебя чуть не убил сейчас. Восьмой, а что у тебя там внизу с забойня? Долго объяснять, заходи. Это ты их, что ли? Да нет, что ты. Да ладно, я знаю, что это ты их. Бандиты, да? Да какие бандиты, ты чего? Бригада насмотрелся, что ли? Так, зацепились мужички по пьяному делу, ну и шум подняли. Чего тут непонятного? Ну да, мужики, конечно. И во лбу у них такие аккуратные дырки. Опа. Ого. Ничего себе. Слышь, ты, ухарь, никогда без спросу не бери в руки оружие спецназовца. Нож Супермена. Да ты обалдел! Извини, уже рефлекс на человека с оружием рядом. Ты не психуй. Ты мне лучше вот что расскажи. Че, маячок не сработал, да? Чего? Ничего. Детей похитили из аэропорта, а маячок был у сына. Да ты что? Ага. Я так и думал, беда придет не одна. И что же мы? Ну, я так мыслю. Ты будешь искать маячок. А я буду следить, чтобы никто тебе в этом не помешал. Такие дела. Подожди, я посмотрю. Полный аншлаг. Давай через крышу. Давай. Сержант, а что тут за сыр-бор? А вы из этого дома? Ну да, здесь живем.
А вы не слышали выстрелов? Не видели транспорта подозрительного? Лиц каких-нибудь подозрительных? Слушай, вон та тачка давно здесь пасется. Подозрительно? Угу. Приехали, все нормально, вроде разобрались. Спасибо, я посмотрю. Да, ну, наверное, да. Я ж тебе говорил. Пойдем. Ничего себе. Сумасшедший. Но вы прям тут Голливуд устроили. Не говори. Так сколько, говоришь, там народу было? Двое в машине, двое в подъезде и один снайпер на крыше. Итого пятеро. И ты, значит, их всех? Да, товарищ генерал. Всех пятерых. Да. Охрану ко мне. Товарищ генерал. Ну что, как дела? Да, говорите, говорите. Значит, звонили несколько раз из МВД. Но еще бы, в центре города кто-то устроил бойню. Вся пресса уже там. И вроде бы какая-то информация в интернете есть. Если вы разрешите, я посмотрю. Да-да-да, конечно, давайте. Надо же, придумали этот иннет-хернет. Не успеешь почесаться, уже все там. Так что, МВД? Ну, я же говорю, они пытаются понять, что произошло на самом деле. Мы подключаемся. Ну что, устроил три афгана? Ты хоть морду свою не засветил? Я не знаю. Так, всем тихо. Да, товарищ министр, да. Так точно, товарищ министр. Так, этого забрать. А меня-то за что? Я же даже не стрелял. Оставить у нас, накормить. Ну и дать поспать часа два. Пойдемте. Если я не нужен... Да, пожалуйста. Ну а... мы с тобой, Иван, еще побеседуем. У тебя есть примерно 12 часов. Угу. За это время коллеги узнают все про трупы, которые ты там оставил. Ну и значит, узнают про тех, кто их послал. У тебя есть зацепки? Есть. Одна. Тогда собирай группу. Сработать надо четко и оперативно. Найти детей, передать их Кошкиной, оформить как спецоперацию. А как с этими быть? С пятью трупами, которых я... А при чем здесь ты? Ты был в отпуске, а я тебя вызвал для проведения спецоперации по освобождению детей депутата. Кстати, еще не вызвал. Срочно собрать команду восьмого. Самого восьмого вызвать в первую очередь. Ну вот. Ой, а ты уже здесь? Оперативно сработал. Ну, давай, собирай команду. Спасибо, товарищ генерал. Ты чего мне принес? Я просил шиму, а не лагман. Где ты видишь яйца? Яйца должны быть рубленными, обжаренными в масле, с перцем. А зелень? Зелень ты видишь? Убирайся отсюда и принеси мне нормальную шиму. Все с родной. Я тебя предупреждал. Ракитин тебе не по зубам. Так сами убери его. Какая разница, кто? Никого мы убирать не будем. Хватит нам уже трупов. Вот!
причем все дорожки от трупов ведут к тебе. Это моя проблема. Ты лучше разберись с Ракитиным. Разберусь, разберусь, ты не переживай. Но у меня к тебе будет одна просьба. Какая просьба? Детей Кошкиной спрячь понадежнее. Я сам решу, где мне их держать. А что будет, если выйдут на тебя? Ты представляешь? М? Ты знаешь очень много. Ты что, меня пугаешь? Да нет. Просто подумал, зачем на легковушке переть против самосвала? Раздавить может. Нельзя идти против государства, понимаешь? Да клал я на вас и ваше государство! Сечешь, дорогой? Секу. Ладно. Поступай, как знаешь. Но я тебя предупредил. Почему не связаны? Да они тихие. Тихие, говоришь? Да ты знаешь, чьи это дети? Это государство. Сечешь, дорогой? С государством бодаться, что с грузовиком. Здесь комбинезоны. Переодеть их, одежду сжечь. Быстро. Я сам! Я сама. Сразу бы так, барышня. Никакого уважения к женщине. Отвернулись. Маячок, только он у тебя не работает. Ненавижу жучки. Связать их. А. Улица Подбельского, 5-1. Понял. Улица Подбельского. Спасибо. По 50. Да. Гуманитарная помощь, мужчины. Спасибо. О, надо же. Красота какая. Здоровья. Спасибо. Да, здоровья. Здоровья. Совета хочу спросить. Слушаем. Работаю еще. Не в курсе. Электрики никому не нужны здесь. Да нет, склады одни. Вряд ли там электрики нужны. Слушай, а склад, кажется, нужен электрик. Ты вот тут. Красно-синие ворота стукнет. Ну, может, и нужны. Черт его знает. Хотя не знаю. Спасибо. Угу. Удачи. Иди. Давай, счастлив. Удачи тебе. Главное хворать. Спорим, не найдет. Найдет. Мажем.
Слушай, ты его знаешь? Кого? Кого? Пойдем проверим. О, смотри, наш знакомый. База вот здесь находится, в районе Ракиты. Угу. Лучше по Риге поедем. Да, я знаю. Наверное, по Риге лучше выезжать. Так, ребята. Сидите, сидите. Я здесь. Давай, докладывай по порядку. Так, я вел объект легковушку. Пришла на 42-й километр, там склад. Я осмотрелся, там охрана, видеонаблюдение, в общем, все круто. Думаю, там наркотики. Отлично, сделаем подарок госнаркоконтролю. Ага. Как думаешь, детей могут там держать? Если там наркотики, детей там нет. Ну, я тоже так думаю. А дальше еще что? Так, Мирзоев выехал из дома, поехал в восточный ресторан, вот он на мониторе. Там пробыл полдня, потом поехал в сауну, потом в супермаркет, потом вернулся домой. Дальше меня Халев сменил. Я сменил Харлея, но Мирзоев больше никуда не выходил. Понятно. Ну что ж, я тот склад осмотрел, там все тихо. Охраны много, но без фанатизма. А может, они туда и детей могли подвезти? Вряд ли, товарищ генерал. Ну что, я так кумекаю, надо брать особняк. Я не против. Думаю, одновременно подключить госнаркоконтроль. Потом возьмем склад. Осталось распределить обязанности внутри группы. Да и с Богом. Как вы предполагаете, где они могут держать детей в особняке? Думаю, в подвале. Стандартная схема. Значит, план утверждаю. Продолжайте готовиться. И еще самое главное. Как можно меньше трупов. Группа, штурм! Сергей Анатольевич, не волнуйтесь, я выключила звук на телефоне. Черт! Режон! Уважаемые коллеги, легкие наркотики легализованы во многих странах мира. Вполне возможно, что их легализация поможет уменьшить уровень употребления тяжелых наркотиков, таких как кокаин, героин, амфетамины. Подобные примеры действительно существуют в мировой практике. Тем более это будет очень сильный удар по экономике наркобизнеса. 55! Нам с вами принять закон. Что мешает мне проголосовать за него? А ты постарел, капитан. Майор. О, уже майор. Старайся ты до полковника дорастешь. Дети где? Не мешает сердце матери. Люди вы какие-то странные. Все сразу о бизнесе, о делах. Вот у нас на Востоке нужно сначала о родителях справиться, чаю выпить. Ну, не спеша. Фарух. Я тебя сейчас пристрелю. Они на складе. У меня склад в Москве. В Вишняках или на 42-м километре? На Подбельского. Собирайте их, уходить буду. Идиоты! Отец вас все равно найдет. Заткнись, сука! Угомони ее. Только предъявить ты мне.
ничего не сможешь. Но почему же не сможем? У нас есть свидетели, есть записи ваших разговоров. Кроме того, некоторые из ваших людей просто жаждут с нами сотрудничать. Так что, Парух, я думаю, мы надолго тебя закроем. Ладно, выводите его. Встать, суки! Я требую встречи с прокурором. У меня тоже на тебя кое-что есть. Я сам пойду. Все чисто. Детей нет. Он не должен выйти. Не трогай! Кто стрелял? Кто стрелял? Я не хочу пускать беду в свой дом. Никаких наркотиков. Ни легких, ни тяжелых. Наркотиков не будет. Молодцы. Ну все. Она мне руку, сволочь, прокусила. Не любят они тебя. Я голосую против. Не тронь ее. Пошел ты! Стоять! Мирза сдох. Детей убить. Будем уходить. Ты хотел убить? На, убивай. Мирзы нет. Надо искать нового хозяина. Родителям скажете, что мы вас освободили. Все. Это все. Бежать! Руки за голову! Справа чисто. Живо? Да. На выход. Василий Васильевич. А, Дмитрий Леонидович, проходи, дорогой, рад. Очень рад. Ну, здравствуй, рад. Дорогой. Так уж и дорогой, врешь, небось? Ну, вру, конечно. Садись. Не часто ты так вот ко мне, запросто, собственной персоной, гражданке. Да и ты и не в форме. Слушай, у меня вот тут прокурорский протест. Не дергайся, не дергайся, он еще не подписан. Это только проект. Добрые люди, так сказать, подготовили. По какому поводу? А твои ребята банду Мирзоева брали. Ну, мои. Мои. А сколько трупов там ты посчитал? Вот тебе и Ладно, расслабься. Я материалы все изучил, в общем, и считаю, что операция была проведена в рамках закона. Бандитское гнездо крупное. Преступники все были вооружены. Да и наркотики-то. Вот. Так что считаю, что все в порядке, все по закону. Кстати, а ты не в курсе, кто пятерых в доме Ракитина положил? Ть, да откуда мне знать? Не в курсе. Нет. А ведь это профессионалы были. Ты бюллетень-то читал? Может, это Ракитин и был? Ну, его дома не было. Я как прочитал, так сразу удивился, как это могли головорезы так опростоволоситься, да еще в доме Ракитина. Ой-ой-ой, Дмитрий Леонидович, злоупотребляешь ты старой дружбой, злоупотребляешь. Ну, прости. Ладно, значит,
информации о том, кто грохнул этих чертей, ты не владеешь. Да и откуда ж мне знать-то? Дима, а вот в интернете много болтовни по этому поводу. И что, сигнал есть? Сигнал. Был бы сигнал, не я бы сейчас с тобой разговаривал. Ну, Василий Васильевич, может, чайку предложишь? Чайку? Да. С коньячком. Так что ты своих орлов попридержи. Знаешь, я их на лекции засажу. По политической обстановке. О, правильно. Сейчас за наркотрафик крепко взялись. Сам разнос устроил. Давно пора? У меня завтра совещание в 11:00. Приходи. Как раз по этому вопросу. А кто еще будет? Из силовых ведомств. Василий Васильевич, меня от министерства никто не посылал? Я тебя приглашаю. С твоим начальством все будет согласовано. Кстати, еще один вопрос будет обсуждаться. Об обмене информацией между силовыми ведомствами. Ты готов? Фу, всегда готов. Ну что, Василий Васильевич, еще по гробу? К обмену информацией. Ты готов? Все, не буду я, работать мне еще. Давай. Ну, я пойду. Дел по горло. Слушай, Вась, я тебя просил пробить хоть какую-то информацию по Бессонову. По Бессонову нельзя. По Бессонову табу. Ну, да-да-да, завтра. Давай. И все-таки я хочу знать, какое отношение вы, полковник, имеете к убийству Мирзоева? В каком смысле? Не знаете? А я знаю. Вот решение заседания коллегии министерства. В нем сказано, что вам поручается курировать расследование по делу банды Мирзоева. Вам необходимо установить, кто стоит за его убийством. Благодарю за доверие, товарищ генерал. И, кстати, еще раз хочу напомнить, что вам нужно быть очень осторожным при раскрутке данного дела. Да, сейчас доверять нельзя никому. А вам? Как говорил товарищ Мюллер, мне можно. Разрешите идти? Да, действуйте. Ну что, майор, генерал вызывает. Слушай, Бессонов, я тебя давно хотел спросить, а как так получилось, что после Таджикистана ты встречался с Мирзоевым, а? Разве? Угу. Видел я тут одну фотографию. А, да-да-да, припоминаю, была такая странная встреча, там, где я с отцом Кошкина, это, да? Ну да. Кстати, встреча была с ведома генерала. Вообще, майор, в нашей профессии очень много разных встреч бывает. А тебе бы я посоветовал, береги себя, майор. Учту. Хорошо. Привет. Привет. Подержи. Мне цветы. Обойдешься. Грубо. Давай. Отец, ну что ты как не родной? Проходи. Так, вот ты только не начинай. Остряк. Здравствуй. Ты почему такой бледный? На это тебе. Спасибо. Все? У меня к тебе серьезный разговор. Продолжайте, товарищ майор. Я думал и... Ты что, меня замуж зовешь, что ли? Да. Тогда на цветы? Все неправильно. Давай ты выйди, детей позови. И еще раз войди и зови меня замуж. Погоди.
Ты чего? Согласна? Пап, конечно же, согласна. Такого героя отхватить. Ура! Поздравляю. Поздравляю. Был отдан приказ, и мы держим ряды. Сражение с преступной ордой. Одна у нас правда и долг лишь один. Стоять за Россию стеной. Одна у нас правда и долг лишь один. Стоять за Россию стеной. Угрозой врагу, сатане вопреки, мы все как один поднялись. На тех, кто кромсает страну на куски, выходит охотиться рысь. На тех, кто кромсает страну на куски, выходит охотиться рысь. Волю в кулак, веру в сердца, беззаконие под прицел. К победе мы будем идти до конца, мы русские.